Всем привет, друзья! С вами я, Жека Гост, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня, друзья, мы с вами побудем в роли полицейского. Мне только что пришло оповещение на рацию, то что рядом с моим местонахождением находится огромнейший наркопритон. В общем-то, ребят, сейчас мы с вами поедем его, собственно, захватывать и останавливать всех этих наркоманов. Как мне передали, он реально просто гигантских размеров. Поэтому, друзья, давайте мы будем с вами торопиться. Нам сейчас нужно будет проехать, ну, где-то 800 метров, как вы видите. Так что ехать, в принципе, недолго, но все равно нужно поторапливаться, потому что, возможно, все эти наркоманы уже начали собирать вещи, чтобы уйти оттуда. Также, друзья, хотел бы попросить вас поставить под этим роликом лайк, потому что только благодаря вашей помощи у меня получится поймать этих наркоманов и истребить весь наркопритон. Ну что ж, друзья, вот мы с вами уже и подъезжаем к самому этому месту. Сказали то, что находится он где-то здесь. Так, ну-ка, ну-ка. Пропустите меня, ё-моё. Никто не пропускает. Посмотрите, что за фигня вообще. Так, проезжаем, короче, потихоньку. Оп, я проехал поворот. Так, 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 сдаем, 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 сдаем. Аккуратненько, аккуратненько, чтобы никого не задеть. Мы все-таки полиция. Так, в общем, заезжаем вот сюда. И как вы поняли, да, да, где-то здесь, в этих неблагополучных, скажем так, районах, находится этот наркопритон. Так, останавливаемся, все, выходим. Так, 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 так. А, давайте возьмем сразу же в руки пистолет. Потому что, возможно, здесь очень много этих наркоманов. И мне кажется, что это одни из них. Так, разошлись все. Быстро разошлись. Давайте, давайте, бегите, бегите отсюда. Так, 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 так. так. А где, где наркопритон-то? Где-то здесь, что ли? Нифига себе, ребята. Он закрыт, походу. Так, я не понял. Ребята, он реально, походу, закрыт. А, хорошо, в таком случае у меня есть такая интересненькая идея. А что если мы с вами сейчас приедем на такой обычной машине сюда, и я думаю, что этот человек, который там сидит, откроет нам, собственно, дверь, потому что, как видели, это гараж, и, по всей видимости, если я подъеду на полицейской тачке, то мне никто не откроет, а так будет хотя бы шанс. Она воспользоваться сейчас будет машиной. Возьмем вот это вот, например, потому что... Рядом поблизости других нету Так, мужик, давай, давай, давай быстренько Потом тебе машину дадут, мне она сейчас очень срочно нужна Ну что ж, короче, идем в то место Посмотрим, сейчас откроет там он дверь или нет Если что, будем сразу же выходить и стрелять Потому что, я как понял, их там реально дохренища Так, ну-ка Давай Э, не хочет Ребят, прикиньте Окей ну ладно, ребят, тогда сейчас я быстренько тут похожу, дождусь, пока он выйдет из этого гаража, и тогда уже, ребятки, потом мы с вами будем заходить. Ну что ж, друзья, в общем-то, вот я пробрался вовнутрь, сюда приехали какие-то парни на этой тачке на черной, и, в общем-то, пока сам гараж не закрылся, я пробрался сюда, и теперь я нахожусь внутри. В общем-то, друзья, как видите, здесь реально наркоманы, посмотрите, они, по всей видимости, приехали сюда что-то покупать, ну то есть вот эти вот на черной тачке. А, я еще не понимаю, что там такое. По всей видимости, там какие-то ну, курительные наркотики, то есть либо марихуана, либо еще что-то в этом роде. Но во всяком случае, это сейчас, ребятки, нужно будет истреблять. Я уже начитал тут просто дохренищу людей с оружием. Они все практически реально с пушками. У этих вообще, он, посмотрите, стоит с автоматической винтовкой. Это, ребят, ну, это полная жесть какая-то. Я не понимаю, откуда у них такие пушки. Так, там наверху также, посмотрите, стоит мужчина с оружием. И вон еще один тоже стоит у этого балкончика небольшого. Ну что ж, давайте будем тогда их сейчас принимать, потому что я не знаю, что еще то делать, в принципе. У нас есть задание, которое мы должны будем выполнить. Во всяком случае, снизу здесь находится... Так, 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек снизу, ребят. Ну что ж, рискнем, собственно, давайте. Так, стоять. Черт! Отстреливаемся. Они начали огонь. Они начали огонь, ребята. Они начали огонь. Я думал, они сдадутся, как бы. Они еще и стрелять начали. Ладос. Я понял. Так, ох, черт! Обходят! Твою мать! Сколько их? йо ю офигеть! Твою мать! Какого лежего? Их тогда хренища! Офигеть, офигеть! Что там взорвалось? Машина взорвалась. Так, лови, козел. Так. Где, 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 где по ногам пытается, по ногам стрелять пытается. Вон, вон сидит. Получаю рот. Так, 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 аккуратно, аккуратно. Где, где, где еще? Так, выходим. Потихонечку, давайте выйдем. Так, идем, идем, идем сюда. Надо сейчас проверить здесь, ребята. Так, ну здесь вроде все мертвы. Ни хрена их тут. Сколько я уже положил? Просто кучу. Реально огромную кучу я тут уже, ребят, этих убил. Капец какой-то. Окей, обходим тогда, сейчас будем смотреть, что тут вообще такое делали. Так, давайте сразу проверим верхние этажи, потому что вероятно, что там еще кто-то остался. Так, давайте заходим. Так. Фух. Вроде нет, никто не остался. Хорошо. Так, ребят, ну что ж, в общем-то, давайте посмотрим, что у них там вообще такое было. А, как вы видите, здесь их реально дохренища. Огромные партии наркотиков стоят, реально гигантские. Так, везде-везде трупы. Но я сколько убил, реально до хренищу просто. Так, а тут у нас, посмотрите, марихуана. Офигеть, реально в огромном количестве. Или это конопля? Конопля, скорее всего. Офигеть, ребята. Это просто жесть какая-то. Сколько они здесь ее выращивали? Тут реально целые плантации. Еще и все так оборудование специально для этого. Посмотрите, всякие лампы ультрафиолетовые, которые все это дело подпитывают. Вытяжка вон стоит. Посмотрите, с той части охренеть. Или это не вытяжка, это покрышки. Так, а вытяжка есть над ними? Интересно. Походу нету. Ну посмотрите, еще камеры везде. Офигеть, они реально за этим делом за всем наблюдали, чтобы ничего здесь не произошло такого плохого. Просто жесть, реальная жесть. Кстати, человек, который сюда приехал это все дело покупать, он выбежал из э, гаража. Ну ладно, хер с ним. Если что, я в принципе его запомнил, так что надо будет потом его найти. Ну вроде как более-менее спокойно сейчас, окей. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что там наверху еще такого находится. Я, честно говоря, не понимаю, почему у меня тут не прогружен пол. Вот смотрите, тут, по сути, пол должен быть. Так, перелазь. Ё-моё, ребята, он не хочет перелазить. Ты чё, гонишь? Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Чтобы могли перелезть, потому что он так не хочет. Так. Ну-ка, это где? Ах, нет. Ну вот так вот, в принципе, давайте повыше. Окей, okay. он, он что-то тупит, друзья. Ну ладно, давайте попытаюсь сейчас устранить быстренько. В общем, ребят, я в принципе частично эту проблему устранил. Я не понимаю, почему он сюда не хочет перелазить. Тут какой-то что ли барьер, но во всяком случае, появился он вот только что, потому что я, в принципе, уже испытал ту карту, и все здесь было, ну, скажем так, хорошо. А, ладно, друзья, давайте то посмотрим на все это дело, как говорится, со стороны. То есть, я сейчас просто при помощи мода пролечу там и все разгляжу. А сейчас мы, в принципе, давайте проглядим, что находится в этом офисе. Я так полагаю, да, это офис, где, собственно, велись все записи, покупатели и тому подобное. Здесь очень много каких-то бумажек. Посмотрите, что там расписано. Честно говоря, я не понимаю, вон уже скорая помощь и едет, хорошо. Или нет? А, это полиция. Я думал, уже скорая помощь. Я просто еще скорую помощь вызвал. Ну да ладно. Так, в общем, посмотрите, везде пушки. Реально, везде. Я не знаю, откуда у них такие бабки на такое оружие. Снайперские винтовки. Вы посмотрите, что там вообще находится. Миниган, блин. РПГ, пулемет Ё-моё, там реально просто дохрена оружие. И даже баррет находится такой. Посмотрите, это самый, наверное, большой калибр, который есть. Хотя, я не знаю, это правда ли баррет тот самый, о котором я думаю. То есть, который пробивает даже танковые, танковую броню или там танковые гусеница, если попадает так хорошо, и если броня не очень такая, скажем так, большая, то, в принципе, реально вот такая вот штука может пробить ее. Но может, я, конечно же, ребят, сейчас ошибаюсь, это не та снайперская винтовка. Напишите в комментариях, ребят, кто знает. Тут также, посмотрите, везде оружие еще и золотое, то есть они, видимо, понтовались где-то там у своих этих гангстер районах А здесь у нас, ну, в принципе, здесь у нас то же самое, то есть, как я уже тут показывал, компьютер стоит, оружие... Так, они тут даже, походу, и спали. Смотрите, они тут и жили, и торговали всем этим, ну, я, я не знаю, если <laughs> не хочу ругаться, короче, всеми этими плохими штучками. Так, ну а что ж у нас, ребятки, здесь имеется? Посмотрите, столик вот такой вот, тут у нас оружие лежит. Так, а, что тут? Ствол также, открывашка, везде гранаты, пиво, блин, офигеть. Смотрите, чтобы отдыхать, вот такие тут штуки стоят, это типа лежаки такие небольшие. Мягкие подушки, да а Также колоночки, чтобы музыку очень громко слушать В общем, да, ребят, чисто такой настоящий наркопритон, в принципе Ну вот, все, что надо, здесь есть Оружие, просто посмотрите на эти пушки Я не знаю, откуда у них такое Это какая-то полная жесть Еще и глушители Еще и снайперская винтовка такая Ну это какая-то реально дичь Еще и миниган Ну вот миниган это меня просто сейчас убивает Откуда у них он? И вот еще и бульдог Охренеть. Просто охренеть. Я в шоке. Mm. <связать> Ладно, друзья. Ну что ж, давайте сейчас быстренько посмотрим, что у нас находится снизу. Он ну, тут, в принципе, я вам показывал уже эти заросли конопли. Их тут реально дохренища, все так сделано специально, чтобы все это освежалось, подпитывалось. Короче, реально настоящий наркопритон. А, и по сути они отсюда гребли, наверное, просто гигантские бабки. Потому что посмотрите на это. Это я не знаю, сколько это все стоило, но огромных бабок, скорее всего. Вот прям просто гигантских бабок. Ну ладно, короче, в принципе, со всеми разобрался, так что, ребятки, все у нас хорошо, сюда потом приедет наряд и все это дело уже сам разберет. Ну что ж, вообще давайте закончим на этом, с вами был я, Жека Гост, не забывайте подписываться на новые ролики, ставить лайки, писать комменты, и также не забывайте добавляться в группу ВКонтакте, добавлять видео в избранное. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!